Всем привет, Самоградком. Сегодня мы продолжим играть в игрушечку под названием Кенна Мод Духов. Соответственно, наливаем чаёк, усаживаемся поудобнее. Сегодня у нас будет, ну, максимально атмосферный мимимишный контент. Ну, собственно, в прошлой серии мы смотрели на моменте, где мы с тобой узнали про нового призрака. Ну, нового духа, нового призрака, называй это как хочешь. И, собственно, начали новую веточку с заданиями. Так, я почему-то теперь не могу открыть, потому что я с рибунами это перепутал. Вот, у нас теперь новый дух, и это Адира. Я, по-моему, как-то по-другому немного назвал. И, по-моему, я все-таки ошибся в превьюшке в названии в прошлой серии. Блин. Ну, ладно. Собственно, Адира у нас теперь. Почему-то я на нее сейчас переключиться не могу, а не все смог. Вот. И, скорее всего, это последний у нас получается дух. Хотя, казалось бы, должен быть еще третий. Но если смотреть по карте, то как бы один. Вот имеется у нас Таро, и имеется Адирка. Вот. Потом дальше уже финал. Больше вроде как карта никуда не может уйти. Хотя, если смотреть вот так вот ее елозить, то вроде как должно быть больше. В общем, не суть. Переходи по аннотациям с правым верхним углом, смотри новую серию. Кстати, заметь, у нас открылась новая способность. Да, это в прошлой серии тоже было. И это бомба с гнилушами. Надо сейчас, кстати, вспомнить, как вот это стрелять. А, она еще может замедлять. Окей, потом на R нужно зайти, чтобы это все замедлилось. Интересно, с боссиком это будет работать? Можно сразу две штучки кидать. Красиво. А так у нас только одна. И она может еще липнуть. Хорошо, мы сейчас с тобой это все будем делать. Вот сейчас я тебе заодно покажу, как это кидается. Вот так вот херендок. И... Ее, кстати, нужно обязательно, по-моему, взорвать. Да, у нее либо время, либо ее нужно взорвать с помощью лук. Я только пока не понимаю, для чего вот я это сейчас вот сделал. Ну, не суть. О, тихо. Подожди, а масочка что нам покажет? А масочка нам просто показывает бабочек. Обычно, когда такие бабочки, это значит, что это... Что там будет гнилуха. Но гнилухи там нету. Окей, давай тогда дальше проходим, тут посмотрим. И все, забываю, как именно тут кидается это все. Ну окей. А вот. Только запрыгни, пожалуйста. Тихо. И все, мы тут. Масочка. И это нам ничего не дает, там только у нас чувачок стоит. Хорошо. Тут у нас, по идее, должно быть, ну да, небольшой такой босс-файтинг. Ну, не босс-файтинг, конечно. Ну, ты, в общем, я понял. Ай. Нужно, опять же, вспомнить минимальное управление. И все будет нормально. Допустим, то, что у нас альт это перекаты. Который не альт, а контрол. Вот именно в этом вся проблема. Я нажимаю на контрол, а контрол нам ничего не дает. Надо бы, на самом деле, поменять всю эту настройку, а то я что-то не знаю. Меня оно все подбешивает. Ну, не сутишь. Так, тут вроде как ничего интересного нету, но нам нужно на ту сторону перейти. Ну, желательно, но пока что этим заниматься не будем, давай посмотрим, что же у нас тут веселого. Надо было, кстати, снова с этой Бабенсли поговорить. Может быть, что-нибудь, да и вспомнили бы из сюжета. Но она нам, в принципе, говорит, она нам, в принципе, дала вот эту вот способность кидаться вот этой всякой разной хердей. Я вообще, на самом деле, неправильно кинул, надо было сначала вот сюда. А потом только в это, в другую сторону. Тихо. А, ты еще так умираешь. Понял себя. Но я там уже сквозь текстурку пролетел. Ну, я, в принципе, изначально неправильно все сделал. Давай сейчас снова все сделаем по-нормальному. Мы даже, кстати, можем сохранить, получается. А, нет, оно все-таки взрывается. Тихо. Тихо. И все красиво. Так, здорово, гнилухи. Вы, как обычно, быстрее меня добрались до суда. Мы должны с тобой открыть вон ту дверку. А чтобы это сделать, как-то уже по... О! А, я подумал, что это котейка. А это гнилух. Гнилух с маской котейки. Ну, точнее, лисички, ну, не суть. Так, и что нам это дает? Вопрос на миллион. А, я должен тут составить какую-то эту веселуху, я понял, тебе игра. Так, первую башеньку... Остался второй. Первую башеньку мы сделали.
В этом весь и прикол. Я понял тебя. Так, а до второго как мы с тобой дойдем? Вопрос актуален. И очень даже сильно актуален. Прошлая серия у нас была ни о чемная, мы там немножечко протупили с миниатюрным боссиком. Да и в принципе протупили. А вот это вот у нас уже должна быть и по сюжету, и по всей этой херне, и прям весело, что я прям не могу. Ну, как минимум, ну, что ты мне скажешь вообще? Раньше это место черпало огромную энергию из храма. Теперь ее почти не осталось. Ищи мерцающие объекты. Бомба восстановит их. Так, ну, в принципе, ничего интересного, ничего нового. Нам нужно теперь перейти вон в ту сторону. Вот это явно нам не надо. Это, скорее всего, просто нам показали, как мы... Что мы теперь умеем делать. Я, по-моему, помню, тут что-то такое было. Но это не точная информация, совершенно. Мы с тобой как минимум это проверим. И, скорее всего, ничего не было. Ну да, если я туда что-то сейчас скину, то ничего не произойдет. Хорошо. Ядочка, идем тогда. Ой, там какая-то веселуха, кстати. Тихо, игрушка, не лагай. Все красиво, все весело. Тихо. И куда дальше? Только не говори то, что я должен, по идее, зайти на вот этот фонарик. Да это просто тупо какая-то секреточка. В жопу эти секретки сейчас. Мне как-то они уже надоели. Нас с Рими бы играли бы, и все бы с тобой еще прошли. Подождите, и как мне игра предлагает это все сделать? А, поняли. Тихо. А вот эту теперь штучку мы ломаем. Хорошо, как в ту сторону перейти? А, я понял, видимо, опять нужно было бы ее использовать и снова вот на вот эту штучку ударить. Понял тебя, игра? Понял. Это ты мне, видимо, показало то, что оказывается у них есть зоны, куда нужно бить люком. Хорошо, я тебя понял. Так, ну все, вроде как тут больше ничего интересного нету. Опять же, дофигища всяких разных приколюх. А может, та сторона тоже так же делается? А чё бы и нет? Я не знаю, куда еще перейду. Если снова без понятия. Куда-то мы с тобой пропали. И тут у нас, скорее всего, сейчас будет босс-файт, да? Хорошо, давай сохранимся. Сохраняюсь я вот сюда и, наверное, вот сюда вниз. Вот. Эге. Босс-файт, да. Ну, он, конечно, не такой уж прям... Утик, господи. Ты же меня тут не ударишь? Ну, в принципе... Я ничего с ним сделать не могу. А, он все-таки меня может ударить. Я понял, тебе игра. А что с ним делать? Подожди, а что с тобой делать-то? Цветок жизни. Его нужно, видимо, куда-то это переагрить, чтобы он куда-то ударился. Либо его нужно постоянно вот эту вот фиговину дамажить. Как бы одно из двух. Если вот эта фиговина, то его как бы убить тут легко и просто будет. Да, попробуем. Тихо. А, это просто обычный, это даже не боссик. Это даже не боссик, а просто обычный этот моб. Прикинь. Тихо. Да обычный моб был. Тихо. Ну, нам тогда обязательно вот этой штучкой. Блин. Ну вот, конечно, вот забодали меня, ей-богу. Тихо. И все красиво. Так, вот эту штучку убиваем. Пока мы можем это сделать. И, кстати, нужно полностью... А у меня стрелы уже закончились. Тихо, не лети на меня. И все красиво. Так, и еще одну ломаем. И все.
Мне все-таки не бить босс, это просто новые противники, которых мы обязаны вот таким образом убивать. В принципе, можно было сразу додуматься до этого, но извини. Такая вот веселуха. А вот эта штучка, видимо, нам нужна, чтобы мы отсюда вон туда дошли. Поняли тебе, игра. Кстати, в итоге нам не пригодилась вот эта вот КПшечка, которая тут валилась. Ну, ладно. Так, открываем и получаем тогда шапочку. А не, гнилушку получаем. Здорово, гнилушка, теперь ты в нашей семье. Ба, 65 гнилук должны собрать. Какая же срань. И тут самое интересное, то что ты прям реально можешь их посчитать, и тут действительно 35 гнилук находится. Если не тут, то они где-то еще снизу тусуются. Они же любят эти всякие... перемещаться во всякие какие-то зоны непонятные. Так, какие гнилухи? Не уручните. Обойдем с собой сейчас наверх. Только как вон... тихо. Как вот сюда вот перейти? А, подожди, а с чего я вообще подумал, что это? Открыть... Ну и все. Красиво. Я почему-то думал, что это я обязательно должен на этой штуке прыгать. Она мне просто этот, расчистила как бы проход. Тихо. Да, конечно, все весело. Но не совсем понятно, куда я должен сейчас идти. Только для чего я вот это сделал, пока непонятно. Ну ладно, мы сейчас снова это все фиганем. Я снова туда попробую как-то перейти. Ну вот для начала откроем вот эти все приколюки. Во, новая масочка. Странная маска, правда, но... типа жуки, типа нагнилухи. Красиво, не сказал бы. Так, окей. А, я должен туда ее как-то... Ну, это мы не попали. Так, давай тогда ее туда вот киданем. И подождем, когда она у нас восстановится. Она еще все равно взорвется автоматически без меня. Вот. И с помощью вот этой штучки сюда переходим. И красота, да и только. И вот все, мы тут. Вот эту штучку мы тоже взрываем. Не знаю, почему нам так легко и просто это все дали. Но мы делали. А! А что в смысле? Теперь наверх идем. Теперь идем наверх, вот эту вот керовину взрываем. И еще снова. Только тут у нас она, по-моему, собрана. Ну, не совсем собрана, оказывается. Она подсвечивается, когда собрана, окей. А, подожди, подожди, я теперь хочу все посмотреть, что там наверху у нас имеется. Тут есть лесенка, она мне прям так говорит, иди туда, поднимись и собери какую-нибудь вкусняфу. Во, я и хочу делать. Как минимум вот это вот что такое. А, это у нас просто какая-то секреточка очередная. И... да, и гнилух нам за это дали. Красота. Здорово, гнилух. Еще один плюс в нашу семейку. О, нас уже целых 37. Дядя, пойдем с нами. Так. Вроде как закончились эксплуатации гнилухи. Вот это вот нафига я еще могу сломать? Это типа, чтобы уйти отсюда? Вряд ли я, скорее всего, помру. Да, это, скорее всего, чтобы именно уйти, наверное. Ну, мы можем с помощью вот этой штучки отсюда выбраться. Так что все нормально. Тихо. Вот она очень плохо относится к падениям. От слова совсем. Я даже по возможности могу вот так вот помереть. Типа, вот видишь, я как бы прыгнул вроде как невысоко, но при этом все равно игра засчитала это как высокое падение. Хорошо. А, говори, давай поговорим. Не успели. Все те, кто пьют чаек, либо же едят, приятного аппетита и приятного чаепития. Не успел я выпить. А Дира что-то сделала. Ба.
Вань, ну ты посмотри на это. И просто посмотри на вот эту вот красоте. А какая же красота, да вот, ну что, тихо, мы сохраняемся. Иди. И тихо, и теперь встаем, идем. А как это будет выглядеть с масочкой? Ну, с масочкой, кстати, все получше выглядит, чем без масочки. Без масочки такое ощущение, что тут же происходит. Собственно, так оно и есть. За нами... Ё, сколько же вас много-то? Я тебе говорю, их 65. Кстати, как они прикольно бегают. Такое ощущение, что у них ножки немного поменьше. А, я вот сюда не могу идти. Это, видимо, воспоминание о дирке. Я тебя понял. Так, а карту нам... Карту нам пока не открывает. Это новая локация у нас такая. Ладно, давай не будем выпендриваться. Давай просто пойдем прямо. Я бы тут все поисследовал, но, скорее всего, мне пока это не дают сделать. Не будем даже бежать, потому что мне интересно вот эту всю локацию посмотреть. На превьюху я уже знаю, что поставлю. Это прям... Тихо. Кедочка, не вручай. Это прям вот без всяких лишних слов. Так, это у нас противники. Ну, мы их прям можем вот так вот застрелять. В них уже никаких этих... Никаких проблем нету. Новый противник, кстати. Новый противник, которого мы легко вынесли. Кидочка, тихо. И воспоминания о дирке. Что же она там дотворила? Ну, по идее, у нее есть это... Как бы сюжет у Адирки. У нее есть история. И по лору Адирка очень любила свою деревню. Настолько любила, что хотела сделать из нее великую... Ну, ты понял. Великую империю и деревню и там подобное. Опять же, в прошлой серии ты все это можешь увидеть. Смотри, прям как я тебя баячу. Как красиво ты и весело. Но тут, скорее всего, ничего интересного не будет. Опять же, пока я не завершу данный квест. Потом у нас открывается вот это вот место. Ну, видишь, тут все закрыто. Я пройти туда не могу. Вот я сейчас попробую и все. Оно меня вставит на месте. Вот, поэтому нам нужно идти вот сюда, вот в какую-то башню, которая вот страдает фигней. Тихо, Адирка, я к тебе еще приду. Только подожди, это точно Адирка? Духи? Адир, да. А то я ее с кем-то другим спутал. Правда, фиг пойми как. Да, и тут мы должны надеть маску, а для этого нам нужно три воспоминания, чтобы потом сразиться с финальным боссом. Я ощущаю ее повсюду. Эти поля полны воспоминаний о разрушениях. Что тут случилось? Нужно, я пока без понятия. Чтобы помочь ей. Там под порчей что-то зарыто. Стоит начать оттуда. Окей. Видимо, ничего интересного не произошло. Я имею в виду это... Ничего хорошего не произошло. Интересно, это, конечно, произошло. Мы-то, между прочим, духи с тобой. Или как их? Медиумы. Это, в общем, поняли. Ну да, это другая часть деревни, и теперь она у нас полностью открыта. Да. И вот она вся карта вроде как. Больше ничего тут не имеется. Это, возможно, будет еще. Не, ну тут как бы точно усю финала, хотя имеется проход вроде как. Не знаю. Надеюсь, то, что игрушечка немного будет подольше. Тот самый момент, когда хочется подольше поиграть. Ну хорошо, быть собой это. Всей этой порчи уцелела лишь часть наших трудов. Мне больно смотреть на все это. И я ценю твою помощь. Не ссать, дух. Я, между прочим, есть такой добрый, помогаю всем и вся. То, что ты ценишь, это все, конечно, весело и красиво.
Так, тут у нас ничего интересного, опять же. Мы ничего пока с тобой не можем подобрать. Идем выполнять тогда квесты Адиры. Любовь Адиры. Ну, да, ты уже понял, тут, скорее всего, все немножечко... Ну, да. Нетрадиционно, что называется. Любовь, скорее всего, не у нее вот с этой барышней, у этой Адирки. И, видимо, непростая у них там была любовь. Кстати, нам, видимо, просто сюда подойти. Прям настолько близко и легко. Ну, ладно. Давай как минимум узнаем про любовь. Здорово, ты уже тут? Здесь есть реликвии. А эти камни часть чего-то более крупного. Это наш вол. Помогал вспахивать земли. Надо помочь ему. Не знаю, сможет ли он работать после всего этого, но его нельзя так оставлять. Сперва убери порчу с других участков. Думаю, они связаны. Не церемонец, вообще никак не церемонец. Я, конечно, понимаю то, что я типа помощь все дела. А это вол такой? Чё-то мне кажется, что я сейчас против него буду сражаться. Он явно живой, и он дышит. Но заражен он, конечно, порчей. Так, подожди, чё-то мне... Древний колодец, сторожевая башня и хлев Руфуса. Жалко, что тут приходится постоянно карту открывать, чтобы смотреть, куда ты примерно смотришь, и компас тут нет. Печальная вещь. Здорово. Тебе, кстати, нужно запомнить, как тебя звать-то? Корни из башни чересчур разрослись. Они разрушили основание здания, что здесь стояло. Используй обломки, чтобы добраться до основания башни. Окей. Использовать обломки, чтобы до основания башни дойти. Я понял, мы, в общем-то, снова газорваем и снова активируем. Таким вот образом. Ведь да или нет? Тихо! Да вы меня даже не коснулись, ну серьезно что ли? Не успели. Я думал, то, что эта штучка немножечко подольше будет. Я просто не понял, для чего мне вот эту вот штучку так вот активировать. Ай. А чё, в чем проблема? А, я понял. Проблема была в другом. Ну тогда ждем, когда эта штучка упадет. Я, кстати, так и не понял, как я тогда перешел. Ну хотя, ладно, не суть. Тут надо было вот так изначально сделать. А как я дошел до той стороны, это вопрос на миллион. Тихо. И здорово, гнилух. Теперь ты с нами будешь. Я очень сильно надеюсь, гнилух, что меня сейчас... Мой взрыв меня не касается, я не погибну сейчас с ним. Если я погибну, то... Гнилух, это все из-за тебя. Но тут вообще места нет, куда бы можно было бы уйти. Да, взрыв это на меня не работает. И самое главное успеть сейчас вот это вот. Ну, гнилуха у нас теперь есть. То, что мы померли два раза, это ничего по сути не значит. Идем теперь по заданию. Ну, вот да, вот такая вот веселуха. Тихо. Зацепилась бы, был бы красиво. Я бы подумал, что упаду сейчас. Окей, снова идем наверх. И снова ты нам что-то хочешь сказать. Давай. Следы на земле ведут к этой точке. Где? Адира столько всего разрушила, чтобы создать башню. Понятно, хорошо. Допустим. Где лухи? Лобайте. Вытряхивайте мне зелень-то. Они же просто так же, я вас тут это собираю. Впрочем, мы еще пока тут не можем от нее избавиться. Видимо, потихонечку переходим и наедем к боссу. Вот люблю я это название. Вот все к боссу, ты к боссу. Но на самом-то деле. Боссов тут много, и все они на самом деле не боссы, а мини-босс. Ну, ты меня, короче, понял. Тут они странные какие-то. Есть вроде как боссы, но не очень такие боссистые. По сути, тут только вот... По сути, в этой игре только есть два босса, это пока что Тара и Адира. Все остальные это, ну, как бы противники, которые тебе будут мешать к ней подойти. Как-то так. Во, еще одна красивая локация. Дяров. Как тебя звать-то? Это место было священным.
древние народы отслеживали здесь времена года. На закате тут потрясающе. Мы с Адирой провели здесь много вечеров, отдыхая в тени руин. Ну, как бы, блядь. Я что-то тут должен сделать, я пока еще не понял, правда, что именно. И все, что ли? У них определенное время будет или нет? Вот в чем вопрос. Тихо. И вот с помощью вот этой штучки куда я сейчас добираюсь? Пользуйся. Тихо. Я уж подумал, что еще упаду. Так, хорошо. И дальше куда? Я для чего вот... А, все, пули. Чтобы вот до сюда это докинуть ее и активировать. Да. Окей. Загадки тут достаточно легкие и особо неинтересные, но есть много... Вот видишь, я как бы упал не с большой, по идее, высоты. У меня же двойной прыжок. Но игра что-то как-то особо не задумывается насчет этого. Окей, потайная комната. Напоминает прям чем-то Скайрим. Там такая же веселуха есть. С такими же комнатками. Ну, вот такими лестницами, я имею в виду. И примерно так же они на самом деле активировались. Ну, да-да-да-да-да, вот прям вот все Скайрим, здрасте. Я есть Нурт, я есть прикол. Так, опять же сохранимся, потому что у нас тут сейчас явно будет встреча с мини-боссиком. Ну, или с противниками. Вик его знает. Тихо. Я... Вы... Не понял. Тихо. Вот эту штучку сломадру как-то можно убивать или еще? Нет, по-особенному ее никак не надо. Она просто кидается всякой разной фигней. Ай! А вот у нас и еще один боссик висел. Да, что-то вас тут многовато, я вам скажу. Но нам тут отсюда нужно просто тупо уйти. Окей. Сейчас все будет по-нормальному. Я еще с этими гребанными саламандрами настрадался. Кстати, заметь, у нас какая-то веселуха снизу была. Это что конкретно? Понимаешь, предательски зачесался нос. Давайте я готов. Опять же, к сожалению, мы снова так упадем и снова будем ждать. Я бы на самом деле на них напал бы сразу. Тихо. Самое главное сейчас ламадру убить сразу, потому что она может стреляться. Если она стреляет, то будет ой как не весело. Тихо. Одну ламадру вынесли. Ну, этого тоже нужно выносить не сразу так, а именно тяжелой атакой. Кстати, заметь. Ну, я таки не успели. Минус один. Тихо. Ну, мы не дострелим до его вот этой вот точки, которая сзади находится. Я на самом деле хотел кое-что другое сделать. Я хотел ее отпустить и его потом ударить. Лучший. А ты меня зажал. Я выйти не смог. Он меня зажал. Перекаты не работали. Я хотел кое-что другое сделать, признаюсь. Я хотел на R нажать, но в этот момент я целился. У меня как бы не успел вот эта штучка перейти. Блин. Это не босс, скорее всего, просто мини-противники. Кстати, вот этих пацанов вроде как можно просто тупо вынести с помощью... Тихо. Давай сначала просто всех приубиваем тут. Ай. А я могу вас как-то по-быстрому убивать? Мне вот это вот интересно. И он сейчас еще переместится сюда. А, нет, все красиво, все весело.
Так, а теперь самое главное, их как-то нужно убить. И забрать у них их способность вот эту. Ну не способность, но ты, короче, меня понял. Да хватит меня зажимать-то. Я не понимаю, как тут работают эти перекаты. Они реально сломались, по-моему, в игре они нормально работали. То есть я типа перекатываюсь, но потом, знаешь, меня обратно телепортируют, и я получаю урон. Как это работает, непонятно. Но что-то мне кажется, что раньше такого не было. Я вроде как не замечал тут такой проблемы с перекатами. Ну, ладно. Ай. И все-таки на этот раз он сделал вот эту атаку, я тебя понял. В игре, кстати, исчезли эти. Тихо. Нужно как-то ему спину обойти и выстрелить вот в эту штучку. Тихо, уходим. Тихо. А ты куда идешь-то? И он снова меня ударил, блин. Вот снова сейчас будет перемещаться, да? Да не перемещается он. Я хочу в другую сторону сейчас перейти. Вперед я даже не смотрел. Да и опять он меня убил. Когда все это время я пытался перекатываться. Видите, сволочь. А я уж подумал, что тут это. Нужно как-то его обойти, как-то ударить. Я хочу на него применить гнилух и просто тупо побить. Но у меня почему-то пишет, что нельзя. Очень странно. У меня, по идее, была доступна сейчас способность. Как меня в спину ударил вот этот веселый. У меня как минимум есть еще это защита. Я про нее вспомнил. Я про нее сейчас знаю. Я хочу сделать так, чтобы он меня просто так ударил. И чтобы он сам с этими разобрался. Но он бьет именно в тот момент, когда я как бы уже все. Когда я даже не пытаюсь его ударить. Ну, почти, когда я бью этих уродцев. Дает, сволочь. Так, окей. Она же не... Она у меня исчезла, серьезно. Я на R хотел нажать, игра, акстись, хватит уже. Ну, мы опять сейчас просрали с тобой, сейчас, скорее всего, до меня телепортируется и в итоге не ударил. Как в него попасть-то, вот в эту вот штучку сзади? Мне что-то кажется, что нужно просто его херачить. Просто фигачить ему в упор. А потом уворачиваться. Самое главное, просто тупо не просрать его. Так, не понял, ты в смысле сейчас делаешь? Его явно нужно просто тупо фигачить в упор. Я хочу его как-то обойти и выстрелить ему в вот эту желтую херню, но это невозможно. Он в этот момент просто берет, что-то как-то там куда-то смотрит в этот момент, и я попадаю фиг знает куда, но не в то место, совершенно не в то. Странные вещи. Так я уже молчу про способность. Она не появляется, тут открептованная игра, в том-то весь прикол, что нельзя способность применять, пока тебе игра это не даст сделать. Куда, откуда вот она сейчас упала? Почему вот этот вот пацан появился, я еще Саламандру не убил? Вот, типа, что сейчас происходит? Я Саламандру еще игра не убил. Ты не должна была вот это вот все сейчас начинать-то. Ну это прям какой-то совсем невеселый трай. Тихо. Вот эту штучку можно еще отменить? Можно отменить? Я не вижу ничего. Я хочу смотреть по сторонам. Игра. Как я это делаю? Как я это делаю? Игра. Спасибо. На какую кнопку я это делаю? Подожди. Мне вот эта вот фокусировка нафиг не нужна, честное слово. Она всегда мешает в играх. Она абсолютно всегда мешает. Целиться. Это не то, это не фокусировка. Взаимодействовать, надеюсь, это фоторежим развязать. Благогнилушек.
А развитие облака? Не поняли. Захват F. Понял. Вот захват там не нужен. В данном случае совершенно совсем. Я им никогда не пользуюсь, он мне всегда только мешает. Потому что ты фокусируешься на одном, а тот, кто сзади тебя, ты его даже не видишь. Тихо. Так, а теперь нужно вот этих вот пацанов убить. Тихо, опять же. Спасибо тебе. Ну, сейчас опять начнут прыгать. Ну, я так и думал. А то вот прикинь, чтобы у меня сейчас... А где... Вот где она? Я хочу сейчас применить способность на него. Во, наконец. Ты... Ну ты, по идее, не должен был в меня попасть, сволочь. Так, а можно в тебя кинуть мою способность-то? Она у меня есть, между прочим. Ну, дай мне ее взорвать. Ну, она сейчас сама по идее взорвется. Где лухи? Где лухи? Ну, только не ударь меня последней своей атакой, которая будет на меня полностью нацелена, честное слово. Мы его, в принципе, почти убили. Насчет уворотов я в игре полностью не понял, как они эти работают. Вроде как уворачиваешься, вроде как и нет. Иногда противник, он просто на тебя телепортирует, и как бы все. Тут такое ощущение, что иногда ты обязан получить урон. Вроде как и перекат используется, вроде как его не используешь. Ну отстань, дай я хотя бы саламандру эту убью, она же стрелять умеет. Вот сейчас ты прыгаешь в тот момент, когда я разбираюсь с пацанами. И сейчас ты снова должен прыгнуть, не? Ну нет. Ну и опять у меня хп мало. Я пока с этими уродцами со всеми разбираюсь. Где я уворачивался? Как бы вопрос, тут когда ты перекатываешься, у тебя есть бессмертие или его нету? Вроде как и есть, а вроде как и нету. Как-то так. Потому что иногда ты прям телепортируешься к тычке противника. Это я тебе уже не однократно тут говорю. Тихо. Так, а теперь можно мне вот эту вот саламандру, вот именно две убить? Я же их как-то до этого убивал. Она стреляет этот. Я застрял в противнике. Вот смотри, я сейчас вроде как увернул, то он меня вроде как не ударил. Ну, не всегда понятно, как это работает. Тихо. Ну вот опять же. Если ты думаешь, что я сейчас не нажимаю на вот свою способность, то да, я нажимаю. Вот как в нее попасть? Спасибо, игра. Их, ну ты же не должен меня ударить, козлина. Дай передышку со своими вот этими всеми атаками. Но по идее я выстрелил в гребаный центр, который должен был взорваться. Честное слово. Честное слово. Ба.
Слушай, может, ну его нахер вот этих всех говнарей валить? Они часто слово мешают. Я их валю, он меня в этот момент бьет из-за угла. Он же в этот момент прыгать начинает, когда я бью именно вот этих вот козлов. И когда начинаешь их бить, то... ну все. Легкий урон к тебе летит. Ну дай ударить его. Сейчас смотри, мне может что угодно прилететь сзади. И так оно произошло. А потом сейчас сам их должен со всеми этими пацанами разобраться. Ни единый урон им не прошел. Вы серьезно угораете? Спасибо. Дай уйти. Он сейчас опять это сделает. Ну да. Так, а теперь дай мне на него использовать твою способность. Все, спасибо. Способность мне отдали все-таки использовать. Тихо. Тихо. Ну, красиво весело. Только не прыгай на меня. Я жду. Тихо. Опять же, вроде как он мне урон не нанес. А вот когда вот так вот делает, он мне наносит его. Ну и сейчас я уже просто тупо его зажимал. Как уворачиваться в этой игре? Я снова потерял нити воротов. Я причем потерял их именно в моменте старта. До этого у меня все было замечательно. Я как бы спокойно ворачивался. А вот после Тару и после того, как они начали телепортировать меня к своим атакам, я как-то потерял историю. Вон опять сейчас начинает стрелять. Я хотел вот этого ударить, ну, типа, ладно. Я просто знаю, что он мне сейчас... Вот, смотри, я двоих убил. И только после этого вот это вот говно появляется. Не прыгает? Прыгает, конечно, прыгает. Только не телепортируй меня к атаке своей. Спасибо. Дай встать. Ну я снова проиграл тут. Вот эту вот способность победить. Все, спасибо. Мне, кстати, интересно, он в этот момент будет бить кого-то? Не, он, кстати, не бьет. Он абсолютно беспомощный. Я понял. То есть он потом только ударит. Все, окей. Под конец. У меня там уже была это, проигрышная попытка, я просто уже стоял это. Проверить просто. Окей. Снова пробуем. Неожиданный момент. Игра просто неожиданно дала мне просраться. Под конец именно. Ну, не то чтобы, конечно, просраться тут. Опять же, почему ты заспавнился? Я просто уже не понимаю, как тут конкретно урон происходит. Ну, в очередной раз ты меня как-то это... А способность? Способность? Дай способность применить. У меня есть моя способность, она должна применяться. Или она только на двоечке? А почему только на двоечке? Вот эту штучку сломай. Сломай ее. Сломай ее. Ну сломай ее. Игра. Спасибо. Тихо. Знаешь, в чем проблема? Он меня сейчас, скорее всего, убьет. Если попадет хотя бы раз. Ну да, он меня в любом случае бы убил. От него не увернешься, если честно. Тут урон нужно это, заранее иметь. Окей. Игра. Я готов. Еще одной попытки. Странно, у меня такое ощущение, что эксперт только-только включился. Потому что до этого я абсолютно безнаказанно бегал по игре. Сейчас он снова пойдет туда.
Я ж типа вернулся, типа, ну, альт нажал. Ну ты ворот играешь. Все, я ж правильно нажимаю на альт. Ты до этого не прыгал почему? Сейчас он опять на меня прибежит. Тихо. Ну ты все правильно понял. Я нажал на эту кнопку свою, и в итоге ничего не произошло интересного. Тихо. Ну да, я попаду. Как попасть ему по вот этой вот херне, которая находится сзади, когда он постоянно движется? Это очень, очень тупая особенность в игре. Ну типа, можно попасть, но нет. Тут персонаж, он как бы, эта штучка маленькая. Персонаж постоянно движется, он же не стоит на месте. Я хочу взять вот эту штуку, спасибо. Опять я дофигища урона получил. Нужно на него постоянно вот эту фигурину кидать. Вот ты... Кстати, я тут снова, скорее всего, помру. Мне тут нужно это дорестартить. Потому что от его атак вот таких не увернешься. Как бы ты далеко ни был, он тебя в любом случае убьет. Так, ладно, давай заново, короче, начнем. Я кое-что еще заодно проверю. Потому что я сколько раз не играю, все время забываю. Как тебе использовать? Ты где? Правая кнопка мыши и R. Окей. Правая кнопка мыши и R. У меня, смотри, три штучки, кстати, накоплено. Вот этих вот три моих способностей. Иду сюда, и у меня ни единой нет. Это если что напомню. К слову о том, куда все мои способности деваются. Которую я коплю во время похождений по карте. Где он? Я попал. Вот как меня вот этот вот мошкара-то задело? Тихо, не F, не F, не F. Игра, игра, игра. Дай мне F, убери отсюда. Все, спасибо. Я дожимаю, все, вот. И, ну, она что-то как-то не очень, если честно. Тихо. Ну, R и... Ну, игра. Игра? Игра зависла, тихо. Ну все, мы его убили. Игра зависла, я если что хотел. Я сейчас вот нажимал на... Смотри, чтоб ты понял. Я сейчас нажимаю и R, и правую кнопку, вот, оно сработало. Подожди, как это работает? Правая кнопка мыши и R. Я нажимаю сразу две кнопки. Это знаешь, как X-Ray в Mortal Kombat. Тебе нужно две кнопки одновременно зажать. Тут это не работает. Я вот нажимаю, и видишь, что происходит. И она не работает. Тут нужно сначала эту, и потом только эту. Понял. Вот эта способность просто была изначально прикольная. Изначально была имбовая. Но что-то как-то не фартануло и не повезло. Окей. Я... Куда-то явно не туда перешел, да? Это я, интересно, конечно, подпрыгнул. А куда, блин, надо? А, понял, направо. Окей. Так, и тут у нас что-то интересное сейчас будет, да? Да опять же, это уже к другой серии нам нужно. Я вот эту штучку могу как-то активировать? Правда, могу, но зачем? Подожди, я типа вот эта штучка должен сейчас управлять или что?
Тихо. Тихо. Мы это уничтожили. А, и теперь вот эта штучка у нас открывается. Все, я тебя понял, игры. Я тебя понял. А вот это вот я могу тут перепрыгнуть как-нибудь. Ну, типа, без своей способности. Вот это. Ты же, по идее, дух. И дела. По идее, нет. Ладно, а по факту, если я вот так вот сломаю, то я, по идее, могу это сделать, да? Так, перемещаюсь. И вот ради чего вот это вот я делаю. А, чтобы это, чтобы получить дополнительный веселок, я понял. И сейчас мы как раз туда пойдем и сейчас возьмем. Игра, я готов. Я готов получить подарок. И все. Это нам дает примерно 500, наверное. Ну, это не точно, конечно, но ладно. Так, 50 минут уже прошло. Ва, игра, конечно, долго шоешь, прям не могу. Вроде ж ничего не сделал даже. Возможно, я слишком долго просто с боссиками вот этими теперь сражаюсь. Как вариант. Да, блин. Эту штуку нужно как-то сломать. Но мы это с тобой и узнаем в следующей серии. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. И опять же, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем до скорой встречи, всем пока.